В школах Ленинского района прошел единый день пожарной безопасности, организованный управлением образования района в тесном сотрудничестве с МЧС. Во время привычных школьных предметов ребята получили и запоминающийся урок безопасности. Непростой, но жизненно важной науки. Подробности далее. К 6 прибавили 4. Получилось 10. И еще осталось нам прибавить 2. Молодец. Урок шел своим чередом. Второклассники Видновского художественно-технического лицея осваивали приемы сложения и вычитания с переходом через десяток. И вдруг тишину в классе прервала сирена. Так, ребятки, дневнички взяли в руки, кофточки взяли. Дашенька, проверь, окошечко у нас закрыто. В рядах учеников никакой паники. Спокойно встав со своих мест и взяв дневники, ребята вслед за учителем покинули кабинет. Школьники выходили из здания учебного учреждения через запасные выходы, так как, по легенде, именно в центральном холле первого этажа произошло возгорание. Общее построение состоялось на спортивной территории школы. Педагоги отчитались по спискам. Спаслись 601 ученик, все присутствующие на занятиях в этот день. Данная тренировка на сегодняшний момент прошла слаженно, потому что уже с 1 сентября они начались во всех образовательных учреждениях Ленинского района, и уже не первая тренировка в новом учебном году. Конечно же, я увидела со стороны некоторые моменты, которые мы постараемся обговорить, проработать, чтобы они впредь не случались, но в целом я довольна. Те мелкие организационные недочеты, которые были выявлены во время учебной эвакуации, будут разобраны на специальном заседании школьной комиссии по безопасности. К действиям ребят замечаний не было. Они работали слаженно, никто не испугался и не потерялся. Я считаю, что правильно, что детям преподают такие уроки, чтобы они знали, как действовать в этой ситуации. Основные правила эвакуации при пожаре и других чрезвычайных происшествиях школьники действительно знают на зубок. Не паниковать. Слушать указания учителя. Нужен только дневник, чтобы в случае чего посмотрели твои данные, позвонили родителям и объявили о том, что в школе пожар случился. Этот жизненный урок продолжился для пятиклассников знакомством с устройством пожарной машины и работой спасателей. Татьяна Акимова и я, Дамья Елена Кошелева, Видное ТВ.